Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Сразу вопрос, на вы или на ты? Как мы будем говорить? Как вам удобно. Ну, значит, на вы. Хорошо. Дмитрий Анатольевич, это Дмитрий. А вас как зовут? Михай. Очень приятно. Очень приятно. Eu vreau să vă salut pe voi toți, cei care sunt cu trupa teatrului Fără Nume. Noi astăzi o să discutăm cu o personalitate absolut remarcabilă și neașteptat de prietenească, cum s-a arătat pe prima conexiune. Este vorba de regizorul, scenograful din Federația Rusă, Dmitri Crimov, o personalitate marcantă al teatrului модерн для Руси. Я хочу всех приветствовать. Мы безымянный театр, и мы сегодня будем говорить о всем и о ничем, о людях, о жизни, о театре с прекраснейшим режиссером из России Дмитрием Крымовым. Здравствуйте, Дмитрий. Привет, Михаил. Мы безымянный театр, и у нас первая рубрика, это рубрика, вот, где мы встречаемся с людьми, которые нас интересуют, с личностями, называется «Безымянное молчание». Вот так это называется. И тогда мой первый вопрос, Дмитрий, о чем вы молчите? О чем молчит Дмитрий Крымов? О чем ваше молчание? Спасибо вам большое. Ну, мне кажется, я не молчу, я все время разговариваю. Я уже даже разговариваю больше, чем нужно, поэтому о чем я молчу? Но о чем я молчу, я и не хочу говорить. Я поэтому и молчу об этом. Окей, хорошо. Скажите, пожалуйста, а когда вы не молчите тогда? Это же все-таки какие-то мысли, они из молчания рождаются. Вот именно тогда о чем не молчит Дмитрий Крымов? Я не молчу. Ну, когда я ставлю спектакль, мне кажется, я не молчу. Мне кажется, когда я ставлю спектакль, я не молчу даже о том, о чем я молчу в жизни. Очень классно, очень классно. Это ответ на первый вопрос. На оба сразу. Какие сказки вы любите? Что вы слушали, когда вы были? Что вам родители говорили, когда вы были маленькими? Или читали какие сказки? Потому что я думаю, что мы же все-таки рождаемся из каких-то великих тайн сказочных. Наш темперамент, наш характер уже становится вот таким, каким мы, из каких-то глубоких тайн. Потому что, если я думаю, если читать все детство Андерсона, мы будем одними, а если читать все детство Шварца, мы будем другими. Какие ваши сказки были, что вы думаете, они в вас еще? Ну, вы знаете, во мне русские сказки, конечно. Хотя в детстве мы сказками как-то не занимались, ни с родителями, ни с бабушкой. Она мне читала другие книжки, очень хорошие, но, может, потому что я помню это уже с какого-то возраста. Там были и «Три мушкетера», и «Граф Монте-Кристо». Вот это я помню, как она мне читала. Томас Сойера. А сказки... Нет, я помню, у меня были книжки детские такие. Я недавно увидел на выставке иллюстрации Васнецова к русским сказкам. Такие таинственные, темные, где у лошадей глаза светятся, черепа на заборе, на плетне. Ну, не на плетне, а на таком заборе из палок. И как-то подумал, ой-ой-ой, это же я помню. Я помню, вот где она у меня стояла, в какой комнате эта книжка, какой толщины она, тоненькая такая была. Но это как таинственно. Это куда-то в тайну вот открываешь, и сам колорит этих иллюстраций... Но это тоже русские сказки. Русские сказки. Недаром первый спектакль нашего театра это были русские сказки. Недосказки назывался спектакль. Недосказки, очень, очень красиво. Недосказки. Ну да, мы еще тогда, собственно, ничего не умели и решили это не скрывать. Назвали так недосказки. Спасибо большое, Дмитрий. Спасибо. Давайте дальше, ребята.
Здравствуйте, господин Климов. Я счастлива, что у нас есть шанс сегодня с вами поговорить. Меня зовут Кристина, и я мать. И поэтому мне очень важно узнать, вот подарить им красивое и счастливое детство, и поэтому мне очень интересно узнать у людей, какое у них самое красивое детское воспоминание. Вот я бы очень сильно хотела узнать ваше самое красивое детское воспоминание. Вы знаете, недолго думая, могу сказать, это мы... Я все мое детство, всю школу, ну, даже когда я маленький был, по-моему, мне было лет 7, окончилось это уже в последних, не только последние годы школы, но и в институте даже. Мы ездили летом с моими родителями отдыхать в Литву на хутор. И там, ну, просто вот та сказка, которую, наверное, можно читать детям, вот там она у меня и была, потому что и родители мои очень заняты в Москве, я их очень редко видел, там совершенно другие люди были. И, ну, вся эта рыбалка, палатки, дожди, грибы, это просто было что-то сказочное. Мы приезжали к школе, я помню, я просто плакал за день до школы, что это все закончилось. Вот это вот прекрасное воспоминание было. Как же это красиво. Спасибо вам огромное. Спасибо. Господин Крымов, добрый день. Добрый день. Меня зовут Галина, и, конечно, мы рады, что вы согласились на этот диалог с нами. И я хочу начать с того, чтобы поздравить вас с вашей очередной наградой. Вы получили 10 ноября очередную золотую маску за одну из последних ваших постановок «Сережа». Также я поздравляю вашу актрису заочно. Вот так вы ей передадите, Машу Смольникову. Спасибо. Господин Крымов, конечно, быть всегда, вот знать ваши спектакли, видеть их воочию, это большая проблема на этом расстоянии, но все-таки эта всемирная паутина разрешает нам читать, информироваться. Я видела только несколько фрагментов из этой постановки, но прочитала, что пьесу написали вы по мотивам романа Анна Каренина, Льва Толстого, Василия Гроссмана, какой-то рассказ, и кто-то там еще написал специально для этой постановки еще небольшое такое произведение. Я, конечно, становлюсь больше на Анне Карениной, и мой вопрос таков. Господин Крымов, почему из палитры вот этих вот персонажей, почему вы выбрали Сережу? Вот такое вот название, Сережа. Я не видела спектакль, но я знаю произведение. Это могло бы быть, почему бы не Алексей.К, Алексей.В, ну, а может быть и Фру-Фру, почему бы нет? У меня есть какой-то интуитивный ответ, но вот ваше мнение мне очень интересно. Спасибо. Ну, кстати, про Фру-Фру – это хорошая идея вообще, историю этого подать глазами лошади, глазами единственного нормального существа, прекрасного, красивого и обреченного на смерть. В этом романе эту человеческую свистопляску, в которую превращается эта история, не имеющая никакого выхода. Это хорошая идея, я подумаю. А Сережа, потому что точно так же мы поставили во главу угла мальчика, сына Анны Карениной. Ну, там сейчас все по-другому, но я хотел сделать в центре его комнату, чтобы он там просто жил. Вот просто жил. Сейчас этого нету. Сейчас, ну, когда начинаешь делать, все немножко трансформируется, плывет, но идея, она осталась. Через другое, может быть, выраженное. Комната, где он бы ложился спать, его кормили бы кефиром, он делал бы уроки, потом поднимался, капризничал. Ну, все вот. А она пробирается от дома, от своей комнаты, мужа комнаты, к Вронскому, только когда он спит или улучшая, как воровка, моменты, когда он ее не видит или пошел гулять. И заперта там на слева или справа, когда он в своей комнате. Другого хода у нее нету. Она должна... Вот такая чисто как бы географическая идея
пришла, а потом Сережу, я думал, сначала мальчик будет играть, а потом мы придумали куклу, и это кукла. Да, я видела фрагменты с куклой. Потом, очень живая кукла. Это так же, как вот с Фру-Фру, ваша идея, так же, как все крутится вокруг единственного нормального маленького существа, очаровательного, которого ведут гувернантки, гувернеры, заботятся о нем. И когда он здесь, все замирает и к нему. А когда он выходит, все это начинает... В общем, как бы Сережа, ну, как центр. Он стал центром таким. Тем более кукла даже еще больше, чем мальчик, я думаю, притягивает к себе такое, не жалостливое, это плохое слово, но сочувственное внимание. А почему бы нет? Почему бы нет, господин Крымов? Потому что вот это вот, как вы сказали, маленькое существо, которое такое невинное, и которое вот становится такой вот жертвой вот в этих вот драматическо-трагических событиях, которые происходят вокруг него. А я думала, что вы поставили, я не видела, я подумала, может быть, потому что Сережа – это продолжение, это будущее, вот все, что там у них происходит, это вчерашний и сегодняшний день, а он завтрашний. Ну, вы знаете, если какие-то мысли приходят в голову, смотря наш спектакль, или даже думая о нем, вот как вы, не видя, ну, мне кажется, это хорошо. Я, ну, просто человек очень конкретный. Вы спросили, от чего? Я начинаю вспоминать этот первый узелочек, от чего. Сейчас уже этого никто не знает, и на сцене этого нету. Но это произошло именно оттуда. Поэтому он и получился куклой, то есть как бы гиперчеловеком. Человеком в концентрированном виде. Как бы концентрирующим в себе... все наши чувства по отношению к ребенку. Да, да, я поняла. Я вот поняла. Как бы, с одной стороны, гиперзабота, а с другой стороны, абсолютная брошенность. То есть он не может пойти сам. Его водят 4 человека. Вот 4 человека, и как бы гиперзабота, чтобы он покатался на велосипеде, что-то съел, поговорил на СУ, сделал уроки. Вот 4 человека к нему, как няньки. Без них он не может. А основной сюжет проходит мимо. И там мы сделали такую штуку, что когда она, наконец, в конце, это как у Толстого написано, приходит и вырывается, я хочу к Сереже, я хочу к Сереже, и ей говорят все, не надо, не надо. Она говорит, почему не надо? Ну, она уже немножко в помрачении таком находится после родов. И она у нас убегает к этой же кроватке, к этому же одеяльцу, а оттуда встает мальчик огромный, живой. Живой мальчик. Он так спиной стоит к залу, она говорит, Господи, Боже мой. Она его упустила, она его не узнала. И толстовский текст так ложится страшно на этого живого вдруг ребенка. Ой, какие у тебя большие руки, ноги. Да, я видела этот фрагмент, и на самом деле и текст, он толстовский, очень хорошо, да, мне очень, вообще мне все фрагменты понравились. Вчера я просмотрела 2 спектакля, которые есть в доступе, как ваши спектакли в доступе. Большое вам спасибо за то, что вы делаете. Спасибо. Я дам эстафету своим коллегам, если что, то, конечно, еще вернусь с другими вопросами. Возвращайтесь, хорошо, спасибо. Господин Крымов, здравствуйте. Здравствуйте. А меня зовут Тоня, у меня тоже есть к вам вопрос. Давайте. Ваши родители очень известные личности, и, конечно, их любовь к театру забирала все их внимание. Скажите, вы, будучи ребенком, ревновали их к театру? Нет, я вообще, к счастью, этого слова как-то не знаю, ревность. Ни в одной из... Ой, боюсь сглазить, но этого я... Это ужасное чувство, наверное. Я не знаю. Нет. Я ездил с папой на гастроли. Все его актеры были мои друзья. Ну, насколько это возможно для ребенка. Я как-то очень любил то, что он делает. Мне нравилось. Уже даже не знаю, нравились ли спектакли.
или то, что это мой папа сделал. Это такой микс детский, полудетский. Нет, никогда нет. Нет. А еще, если можно поинтересоваться, какие игры были у вас в детстве? Ну, я не знаю, насколько я помню, я как-то очень хотел вот с ребятами гулять. У меня это какой-то пункт был. Мне иногда кажется, что я завел всю эту компанию свою художественную в определенном возрасте, уже далеко не детском, потому что у меня как-то в детстве этого было не так много. Это какая-то компенсация, по-моему. Я так хотел, вот когда завел их, сначала студентов, а потом актеров, а потом эту всю лабораторию свою, мне как-то казалось, что я куда-то впадаю в детство, мне это очень нравилось. Я вообще был такой домашний ребенок, я не знаю, дома играл. Нет, мне бабушка читала книги, во что я играл, я рисовал, играл. Друзья были? Были, да, но как вот у домашнего ребенка, это не такие вот были друзья, как Том Сойер. Хотя у меня был, вот, нет, были, конечно. Конечно, были, господи. Конечно, были. Кого вы помните? Потом куда-то делись. Понятно. Даже странно. Один вот мой товарищ школьный, вот мне позвонил мой приятель, который всегда был такое олицетворение оптимизма и какого-то желания помочь. И вдруг я слышу что-то у него с голосом. Я говорю: «Андрюша, как ты себя чувствуешь?» Он говорит: «Сейчас уже ничего». Я говорю: «А было?» Боясь уже ответа. Кажется, у него был инсульт. Я говорю: «А что такое? Почему? Ты знаешь?» Он говорит: «Да, знаю, у меня сын умер». Я думаю: «Господи, боже мой, куда мы забрели?» Мне звонит мой друг школьный, с которым я учился в одном классе, и который был вот мой товарищ, просто друг. У него умер сын, и у него был на следующий день от этого инсульт. Господи, школьные друзья. Спросите что-нибудь веселенькое. Ладно, я передам эстафету моим коллегам. Дмитрий, здравствуйте. Меня зовут Александр. Я тоже актер театра без имени и занимаюсь и пишу музыку для спектаклей. Скажите мне, пожалуйста, о какой боли вы бы хотели рассказать в следующем вашем спектакле? О какой боли? Да, о какой боли? Так получилось, что я, в принципе, я бы хотел более веселее дать вопрос, но не получается. Так что придется дальше идти. Я просто думал сразу. Я не знаю, вы знаете, у меня как-то все получается. Действительно, уже даже стали мне, ну, как-то мне показывать, что я все через театр делаю. У меня как-то, когда есть театр в спектаклях, какой-то такой, ну, не просто театр, потому что это театр, а театр как выход из того какого-то сюжета в изнанку, в закулисье. И вот в этом конфликте я пока что нахожу... Почему-то он мне не надоедает. Я его все делаю. Когда читаю очередную статью, где... Ну, а опять он там... Даже иногда уважительно, но в смысле, да, опять. Я уже как-то приучил к тому, что вот это, ну, когда есть театр, ну, вот это хорошо. Тогда вот, ну, если это он, то это театр. А потом думаю, ну, что я буду менять то, что мне хочется. Я вот так ловлю себя на том, что вот ближайшие спектакли, ну, опять про театр. Опять про театр. То есть через что-то, через театр про... Ну вот, например, я надеюсь буду, потому что сейчас все так страшно меняется и отменяется, что даже ужасно подумать, что это все может полететь просто. Но, короче говоря, вот «Чайку» мы договорились делать в театре Пушкина в Москве.
Ну, там я ее переписал, на самом деле. Ну, как и все, что я делаю, я ее как-то так под себя, под свою идею. Она, может быть, будет даже называться «Костик», как Сережа. Вот почему-то про этого парня, которого... Что такое? Если просто подумать... Я сейчас не буду говорить, как я хочу делать, но просто вот в чем боль. Вот как вот неизвестно, талантливый он или неталантливый. Что такое его пьеса? Что он хотел? Он же больше ничего не написал. А потом то, что он написал, ему не нравится. И он нам говорит, что ему не нравится. И как-то у него это не пошло. И вот кто он такой? И как его задавило это шатия-братия, которое вот захватило театр, захватило вот первенство. То, что он им говорит. Но у нас всегда это проскальзывает. Ну, потому что эта чайка, ей 120 лет, и он уже 120 лет говорит одни и те же слова. А вот что такое? Вот я смотрю на моих студентов. Вот некоторые из них, вот один мальчик просто очень похож на Костю Треплева. Очень. Он очень талантливый. Но я сейчас смотрю, вот как он пробивается, как он... А другой режиссер, кстати, режиссер вот с моего же курса, вот мне рассказывали, как он в одном театре в Москве начал ставить спектакль, его позвали. Вот как актеры с ним разговаривают. Потому что они актеры этого известного театра. Мне рассказал его товарищ, который тоже там был участником. И вот я думаю, что вот это задавление теми, кто имеет власть, задавление тех, кто хочет даже не власти, а просто что-то сказать или как-то по-другому. Я вообще с моего балкона, я живу в центре Москвы, видел, сейчас их уже нету в связи с коронавирусом, но вот эти демонстрации, как они проходили и как они разгонялись. И кто там был с той и с другой стороны. А иногда я смотрел на них, на эти вещи по... У нас есть такой телеканал «Дождь». Не телеканал, а ну, интернет «Дождь». И там показывают хронику просто. Вот, просто от и до. И когда они спрашивают... помогите деньгами, пожалуйста, тогда мы будем показывать, мы же не государственный канал, то, конечно, шлешь им деньги только чтобы смотреть. Вот просто, я думаю, господи, неужели я сейчас увижу кого-то из своих студентов? У них такие лица прекрасные, которые вот на этой стороне. Такие девушки, такие молодые люди, такие лица свежие. И как их это, вот, хочется сказать, задница, и вот все это. Это же чайка. Это же чайка, вот Костя. Вот Костя, Нина. Во что их превратила эта мясорубка? Вот, ну вот, тут такая разновидность боли. Спасибо большое, Дмитрий. И мне очень нравится эта пьеса. Она вообще, по своему мнению, я считаю, что то, что именно сделали акцент на Костю, на творца, на того, который хочет что-то добиться в жизни. Я думаю, что это один из лучших акцентов. Конечно, я бы сделал и на маму Кости, на того, как она относится к нему. И это, в принципе, да, тоже самое. Я просто не рассказываю много, но, конечно, да. Она, собственно, из-за нее я придумал этот спектакль. У нас есть очень хорошая актриса, в этом театре работает, Виктория Исакова, может быть, вы ее как-то в кино. Она, ну, очень известная вообще кино и театральная актриса. Я с ней встретился в другом спектакле, она у меня играла небольшую роль. И я прямо загорелся, я говорю, давайте что-нибудь вместе. И она согласилась, и... Ну, так вот, собственно, чайка появилась, которая давно так мерещилась что-то, а она вот... Потому что там ведь люди на той стороне, вот не на демонстрации, а той стороне, не на Костиной стороне, а на стороне Аркадиной и Тригорина. Они ведь люди. Вот что интересно. И не черное и белое есть, а вот такое вот разное... Вот в этом шекспировский
шекспировская неразрешимость чеховской пьесы. Спасибо вам большое. Я вам желаю успехов. И дай Бог, чтобы нам повезло попасть на вашу премьеру. Это было бы, это было бы шикарно. Спасибо вам большое. Успехов вам. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, я Анна Мария, и мне очень приятно с вами познакомиться. Здрасте, здрасте. Я часто слышала в ваших интервью слово «удивление». Зрителя нужно удивить. Что значит для вас удивление? Ну, удивление значит практически все. Вот все, что... Если все сконцентрировать в одном слове, если бы вы мне сказали, назовите одно слово, которое бы я хотел, чтобы... Что бы я хотел сделать? Удивить. Оно неизбежно влечет за собой другие слова, потому что можно удивиться и забыть это удивление через секунду. Хо! Хм. Ну, тоже удивление. Но я думаю, ну, то есть я уверен, что, как и все большие такие понятия, они бывают очень глубокие, их можно сделать очень глубокие. То есть они и есть глубокие. Это удивление просто, как сказать, ну, любое произведение искусства, неважно, это живопись или театр, или музыка, если оно новое, вот сегодняшнее, оно, конечно, прежде всего удивляет. Любое новое, любое сегодняшнее удивляет. Театр может быть только сегодняшний. Это такая еда, которая, ну, на завтра она не работает. Она немножко пахнет холодильником. А значит, она должна удивлять. Вот она сегодняшняя. Опа, принес вот сегодня. И сегодня это надо, чтобы действовало. А если сегодня это действует, то оно отвечает на какие-то, ну, мысли, сомнения, ожидания других похожих на тебя людей. И остается там. И человек на завтра просыпается и помнит это, и разбирается в этом, и ищет еще. Вот если вы какую-то книжку хорошую прочитаете, что бывает сейчас очень редко при обилии сегодняшних книг, ну вот со мной такое бывает, я потом ищу этого автора. Есть несколько авторов, которых я прочитал просто все, что они написали. Вот я когда вижу, что он написал новое, я хватаю эту книжку. Потому что он меня удивил схожестью какой-то тональной схожестью восприятия мира, восприятия сегодняшнего дня. Именно удивил, что кто-то есть где-то, пишущий так, что на меня это действует. Или поставил спектакль так, что на меня это действует. Кто это? Что это? Я хочу еще его смотреть. Есть же такой человек, значит, есть какая-то всемирное братство, значит, есть какие-то друзья, которых ты не знаешь. Это очень подстегивает веру в жизнь. Не подстегивает, а, как сказать, дает ей существовать, потому что так же можно с ума сойти, все делают какую-то ерунду кругом. И вдруг кто-то... В этом смысле удивление, вот что я подразумеваю. Это не дешевое удивление. Дешевое удивление я не имел в виду, конечно. Слова, знаете, в русском языке, я думаю, что и везде, имеют фанерную основу, как лобзиком выпиленную такую. Вот слово «удивление», там «любовь». Вот, это же можно направо-налево, километр вправо идти, километр влево, и все будет. Любовь там и любовь здесь. Удивление там и удивление здесь. Так же, как и собаки. Бывают маленькие собаки, большие собаки. Вообще, ну все, сладкое. Какое сладкое. Бывает такой сладкий, что не съешь, а бывает так чуть-чуть. Вот это удивление. Удивление вот для чего нужно. Знаете, как детей вот кормят, они не хотят есть. Обычно сжимают так губы. Вот мы своего сына так кормили. Я как-то вот хлопну или что-то скажу, а рот откроет, и вот ложку туда. Вот это удивление нужно для того, чтобы ему какое-то содержание положить. Иначе каждый человек, в общем,
матереет с годами и ну, становится самодостаточным, его пойди удиви, особенно русские. Не знаю, как насчет молдавских людей, но, к сожалению, русские люди, они матереют и становятся такими, ну, мол, сказки рассказывают, мы это знаем, ну, это знаешь так. А потом что-то сделаешь, а ты ему лекарство положишь, он проглотил, оно там растворилось. Вот что такое удивление. Спасибо, спасибо за ваш ответ. Дмитрий, вот я сейчас смотрю, слушаю, я понимаю, что в каком-то смысле, может, очень глупо, что я скажу, но я не боюсь глупости, но мы в разных временах. В России сейчас 15:35, в Кишиневе 14:35, а в Париже 13:35. Мы из разного времени. Вы намного раньше нас. Что вы думаете о времени? Что это такое для вас? Вы знаете, хочется ответить быстро, как всегда, быстро, не подумав. А если это сделать, то мой сын как-то рассказывал мне, я боюсь что-то напутать, но есть такая теория, знаете, как вот лента Мёбиуса, знаете, вот когда вот так вот свернуто, что время – это не линейное, а время – это вообще все всегда есть. То, что было и будет, все всегда есть одновременно. Только оно закручено в какую-то очень такую странную спираль. И можно, вот кажется, то, что далеко, проткнуть, вот, собственно, то, что сейчас происходит. У вас на 2 часа меньше, у меня на 2 часа больше. Мы по Zoom разговариваем, мы как бы одновременно разговариваем. Протыкать эти слои оказывается одновременно. Это на самом деле не только такой быстрый ответ, на самом деле это и более глубокая вещь, потому что вот со студентами своими мне все спрашивают, что они же другие. Ну, конечно, другие. Они не родились, когда я поставил уже свой первый спектакль. Но, конечно, у них другие. Они не боятся того, чего я боюсь, и боятся того, чего я не боюсь, или меньше боюсь. Но когда натыкаешься, когда протыкаешь вот эту вот ленту, которая нас разделяет, мы находимся с ними как бы на разных витках этой ленты, но когда есть способы это проткнуть, это, собственно, искусство. И можно делать. Да. И тогда я думаю, я смотрю на них, думаю, родные мои, Господи, вы это я, а я это вы, никакой разницы нет. Очень интересно. Это сценическое время, оно же разное. Оно не то, что... Вы думаете, что сценическое время – это не то, что мы живем в настоящем? Нет, сценическое время – это вообще выход из настоящего во всех смыслах. Угу. Это вот я... У меня такая настольная книга есть Буткевича, Михаил Буткевич. Замечательный педагог. Он вместе с Василием когда-то начинал в ГИТИСе. И у него есть 2 книжки такая. История называется «К игровому театру». Вот у него театр как игра, и законы этой игры. И один из законов этой игры театральной – это как дети, это выход из времени. Вот когда они играют там в солдатиков, они там. Для них не существует ни мамы, ни папы, ни обеда. Как только мама вошла и сказала «пора обедать», это разрушение игры абсолютно. Вот это я согласен с ним. Это выход, она должна быть настолько увлекательна, настолько азартна и настолько непредсказуема, и настолько кайфна, как бы, что она выбивает человека из времени. Это и есть удивление, собственно. Это граничит с этим понятием, о котором мы сейчас говорили. Публика должна открыть рот. Тогда выход из времени. Забыл про мобильный телефон, забыл про жену, которая рядом сидит, про кого-то еще, который рядом сидит. Я не знаю. Вообще про все забыл. Ты там. Ты хочешь быть там. Ты не хочешь возвращаться. Вот да. Если эти условия так хитро сделать каким-то, ну, не знаю, способом или способами, вот тогда, собственно, тогда понятно, зачем театр существует.
Очень классно. Вот вы сейчас мне набросили еще одну такую идею, потому что возле времени есть не время. Я не знаю, я по-русски очень плохо говорю, поэтому я не знаю, если говорится не время, но вы понимаете, о чем я. О том, что в этой паузе, вот в этом хаосе можно найти. Для меня есть три не времени в театре. Это античные, да, вот Эсхил, Шекспир и Чехов, да, вот три времени. И мой вопрос будет о невремени Шекспира, потому что я думаю, что вам он очень близок. Что для вас Шекспир? Ну, Шекспир – это для меня что-то особенное, потому что вообще, когда я делаю, редко, когда я делаю нерусскую литературу, я чувствую себя в гостях. Я просто силой, ну, стараюсь там найти то, что я понимаю, то, что, к чему я там могу отнестись, как к чему-то родному. Если это большая литература, конечно, это можно сделать, но что-то, какой-то большой кусок этого пирога отходит просто в мое неведение. Не потому, что я это даже не знаю, а потому, что я это не чувствую. Это не мои песни детские, не мои сказки. Но там достаточно, может быть, и того, к чему прикоснуться. Но в Шекспире этого нет, как ни странно. Вот как ни странно, для меня там этого нет. Он настолько... Ну, может быть, потому что он жил очень давно. Может быть, я никогда не ставил греческих драматургов старых. Но, может быть, там тоже... Это было так давно, что не предполагает моего знания. А Шекспир еще балуется. У него то Дания... то Англия, то черти что, какие-то острова, то какая-то сказочная страна Иллирия. Поэтому не предполагает, что я должен знать быт Иллирии и вообще, что там такое происходит. Это какие-то сказки довольно рафинированного англичанина, который населяет ими весь мир. Странно, что он в Россию никогда не заполз со своими фантазиями или в Молдавию. Хотя мог бы, но это не значит, что это была бы русская сказка. Это все равно было бы где-то на уровне... Вот театр как... Вот что, у него театр существует, может, потому что мы все знаем, в каком театре он работал, какая конструкция его и общий состав пьес, как бы, которые там игрались каждый день. Для него театр – родина. Вот чем он мне близок. Для него родина – театр. Вот мне кажется, Отелло душит Дездемону, а Гамлет убивает Клавдия не в Дании или на Кипре, а на досках сцены. Это театр, прежде чем это Кипр, прежде чем это Венеция, прежде чем этот театр. Как у него, собственно, и было, он подсказку дал. Декораций не было, просто выходили люди и на деревянном полу все играли. Спасибо большое, это просто класс, магнифик, спасибо. Поехали дальше. Здравствуйте, господин Крымов. Здравствуйте. Я Лариса. Очень приятно. Очень приятно. Хочу вас еще раз поблагодарить за то, что вы отозвались настолько быстро. И это, правда, очень трудно найти... контакты, и когда человек так открыт, это очень приятно. Спасибо большое вам. Спасибо вам. Я подготовила вопрос, но слушая вас, я предполагаю ответ, но я все-таки его задам. Как вы относитесь к свободе в искусстве? Вы работаете конкретно по какой-то школе, которая близка вам, или вы даете полную свободу своему воображению, своей фантазии? Это... важнее или все-таки школа – это база, и по ней надо идти? Как вы работаете, как вы учите своих учеников? А вы мне можете сказать ответ, который вы предполагали? Я думаю, что вы даете свободу, потому что, как вы говорили до сих пор, у меня почему-то создалось впечатление, что вы абсолютно свободны в творчестве. Вы знаете, конечно, вот это комбинация. Это комбинация. Ну, как актер, понимаете, если его учить свободе, 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 конечно, без этого нельзя, мне так кажется. Но если он не будет
я как бы подразумеваю умение двигаться, умение произносить слова, умение ну, в большом зале играть по одному, а в малом зале по-другому, понимать разницу, вот это умение импровизировать, любовь к импровизации, способность к ней, понимание каких-то вообще вещей, ради которых существует театр и вообще искусство, понимание, что такое поэзия, вообще знание поэзии, живописи, вообще искусство рядом. Я как бы это все подразумеваю. Тогда с таким человеком я могу как бы баловаться на свободе. Учить этому всему я просто не успеваю сам. У меня есть... Ну, я, во-первых, занимаюсь только с художниками, так сказать, уперто. С актерами нет, а с режиссерами, ну, так, от случая к случаю. В Москве, я имею в виду. У меня с художниками какая-то большая ответственность за взятый на себя выбор их. Я их выбрал. Вот я этих людей выбрал. Они здесь сидят, потому что я их выбрал. Поэтому меня, ну, может больно уколоть, если человек не знает что-то, что я подразумеваю, что он знает. Значит, ему кто-то не сказал. Другие педагоги, мама с папой, я не знаю, он сам не поинтересовался по ленности. Это меня жутко больно задевает. Если я на большом нашем курсе или на чужих, я вижу, что там были случаи, когда актер не знает, актриса не знает, кто такая Анна Маньянь. Актриса не знает, кто такая Анна Маньянь. Я смеюсь, я горестно смеюсь, но я не могу расстраиваться из-за всего. Иначе это просто крантец. Вот, поэтому свобода, она должна быть положена на развитого человека или развивающегося человека, или человека, который сам себя за уши развивает во всех смыслах. Он тянется в большие примеры, которые перед ним стоят. Вот. Тогда свобода, она замечательна. И без нее никак. Свобода на низшем уровне, ну, подразумевает все-таки... Ой, вы знаете, я даже не знаю. Вы меня так спрашиваете, я должен что-то формулировать, а я пытаюсь интуитивно всегда эти вещи делать. У меня нет такой вот... Я никогда ничего не писал. У меня нет методички, по которой я занимаюсь. Я на самом деле действительно, честно говоря, я ошарашена, потому что действительно так и есть, как вы говорите. Чем человек больше знает, и чем больше багаж, тем свободнее он может быть. И это супер. Я просто, когда в какой-то момент... Я понимаю, что ну, нельзя с человеком разговаривать. О чем мне с ним разговаривать? О какой свободе мне с ним разговаривать или с ней, если она не знает что-то, на что я эту свободу автоматически кладу? Но я понимаю, что они меньше знают, чем я. Но все равно ну, какой-то спектр красных, синих, желтых, зеленых, фиолетовых, это нужно знать, что такие есть краски. Но нельзя, обучаясь в художественном институте, театральном институте, не знать, кто такой Мирхольд. Ну, значит, или там Михоэлс, или, не знаю, что есть фиолетовые краски. Ну, а что, ну, пойди узнай, мы тогда поговорим с тобой. Мне сейчас трудно тогда о чем-то. Тут свобода получается какая-то ущербная. Свобода для идиотиков. А это не свобода тогда, а... Ну, потакание этой безграмотности. Я поняла. Спасибо большое. В таком случае, наверное, легче работать режиссеру, когда он сам собрал свою команду, тех людей, с которыми он находит общий язык, да, и которые понимают его язык, чем когда ты приходишь, допустим, в совершенно незнакомый тебе театр, и тебе дают труппу, а там... Вот разные уровни, и ты не знаешь, как это все. Это, мне кажется, это гораздо труднее. Там конечно, конечно. Трудно. Конечно, 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 конечно. Я так долго времени работал. Все исчерпывается.
Станиславский, работая со своими, вот как вы говорите, со своими, долгие годы, его повело создавать студии. Ему было вот так все эти зажравшиеся его ученики, которые не хотели ничего знать. И когда он собирал труппу театра, чтобы рассказать им о своей системе, никто не приходил, кроме молодых. Никто из стариков не приходил, просто не приходили. Им это неинтересно было. Ну вот свои. Свои наедаются и спят. Это закон, к сожалению. Это вообще, это милое дело, театр. Это как модель жизни, молекула жизни. Там есть все, что есть в жизни. Свобода, да, но. Школа, да, но. Добро, да, но. Дисциплина, конечно, но. Это все комбинация должна быть. И разумный коктейль, который может меняться. И уследить за этим очень трудно бывает одному человеку, если он это всем руководит. Но понимаешь, что на самом деле это так. Спасибо большое вам. Спасибо. Я передаю дальше. Mm-hmm. Было очень приятно. Спасибо. Добрый день. Для меня огромная честь приветствовать вас. Меня зовут Виталий Жан. Очень приятно. И мой вопрос. Расскажите, пожалуйста, немного о ваших взаимоотношениях с Ильей Апостолом. Ой, ну, я не могу много об этом говорить, потому что говорить, собственно, не о чем. Он был папиным студентом. Вместе я был, в общем-то, ну, как бы маленьким для того. Я был у них на занятиях несколько раз. Я помню эту прелестную группу. Оттуда осталось два человека живых, насколько я знаю. От него всегда, вот при наших нечастых встречах, ну вот что я помню, что у меня осталось, какая-то ужасная, какая-то юмористическая доброжелательность. Такой мягкий акцент этого чудного языка и юмористическая доброжелательность. Я не знаю, вот, пожалуй, это все, что я могу вам сказать сейчас. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Мэру. Очень приятно познакомиться с вами. Привет. У вас большой опыт работы художника-сценографа. Расскажите, пожалуйста, работа с каким режиссером или какой спектакль оставил отпечаток в вашем сердце? Ну, их много. Ну, не много, но несколько. Их не один. Их не один. Вот, знаете, вот с Веней мы никогда не работали, с Апостолом, но с его однокурсником Младеном Киселовым из Болгарии мы работали и не один раз. И вот первый наш спектакль — это была «Попытка полета», такая пьеса болгарского драматурга Радичкова. Я приехал в Болгарию, вообще никогда раньше за границей не был. Это был 80-й год, наверное. И мы с ним поехали на его машине, на его «Жигулях» куда-то в горы, к морю через горы. И одновременно придумывали спектакль. Вот это я запомнил как счастливейшее сочетание отношений режиссера и художника. Мы почему-то иногда замолкали надолго, а потом продолжали, как ни в чем не бывало. И как-то никто из нас не хотел быть первым. Мы как-то получали удовольствие от общения. И постепенно как-то он умел это делать. Он умел поддерживать не проблемную атмосферу, а радостную. Как будто мы идем с ним вот в какое-то приключение, в лес, я не знаю, на рыбалку. Какая-то радость такая мальчишеская.
И мы, в конце концов, придумали с ним очень хорошую вещь, которую потом и в Болгарии была, и в Москве он ставил в Амхате этот же спектакль. Мы с ним еще немножко развили эту же идею, но оставили ее такой же. Вот какое-то братство такое в придумывании. Вот это вот было здорово. Здорово. Спасибо вам. Близко к апостолу, близко. Ну, для нас Вениамин Апостол был как наш папа. Тогда ваш папа наш дед, получается. Да, да, да. Добрый день, я вас приветствую. Я счастлива и благодарна, что вы сегодня с нами в диалоге. Я тоже ученица Вениамина Апостола, так что он нам всегда цитировал вашего отца Анатолия Ефроса. И счастлива, что вы сегодня с нами, и вот у нас такая возможность быть в диалоге. Скажите, пожалуйста, вот я всегда себя спрашиваю, зачем нужен театр в наше время? Или что мы, как мы? Какое ваше мнение? Ну, знаете, есть страны, которые как-то, в общем, обходятся без театра. Ну, я не говорю там какие-то такие страны десятого мира, но, скажем, вот в Америке, где я стал часто довольно бывать, ну, драматический театр не играет такой роли, как в России, вообще в Европе, в некоторых странах Европы. Просто традиция не искать там ответы на вопросы, которые тебя мучат. Людей мучат вопросы. Всех. Разные. И привычка, национальная привычка искать их там или сям. Но американцы ищут их в кино, например, или в литературе в своей, или, я не знаю, в мюзиклах даже. Именно ответы на вопросы. Не просто проведение времени, а ответы на вопросы. Вот русский театр, он ну, я другого театра как-то и не знаю, и не знаю, мне как-то даже я не знаю, я не специалист по другому театру. Это место, где предлагаются размышления. Они продолжают твои размышления. Они помогают. Это не значит, что только русские спектакли такую роль выполняют. Я видел некоторые замечательные иностранные спектакли, которые также для меня это были великие художники, там Стреллер. Вот. И это просто место. Я помню, вот в 70-х годах, 80-х годах, когда некуда было ходить, и не было такого разнообразия мест, куда можно пойти вечером. Ну, в театре была особая публика. Они как в церковь приходили. Смешно сказать, за утешением. За утешением в этой неразберихе и лжи жизни. Хороший театр, он как ёршик бутылку чистит тебя. Ты после этого становишься чище, прозрачнее, великодушнее, добрее, мудрее даже на время. Вот за этим он нужен. Это потрясающий инструмент. Такого инструмента, в общем-то, нету. У каждого вида искусства тоже потрясающие инструменты. И у кино, и у музыки потрясающие. Но так как театр соединяет это все, и можно пользоваться и тем, и тем, и тем, то как результат этой вот мануальной терапии, которую театр может сделать с человеком, хороший театр, он абсолютно уникален. Супер, спасибо, вы мне ответили. Люди ищут ответы на вопросы.
духовную пищу получают вообще в искусстве. Да. Ну, конечно. Успехов вам во всем. Спасибо. Спасибо. Дмитрий, какая музыка вам нравится? Кто вам нравится, как, не знаю, как композитор или, или какое-то музыкальное произведение, что вас, не знаю, будоражит, оно не оставляет вас... я ну что-то вспомнил русским. Равнодушным. Равнодушным, да. Ну, это много. Одно. Одно. Первое приходит. Одно. Первое, так, бам, и все. Шостакович, 13. Авре. Мы сделали пари, и парень, который композитор, Александр, он сказал, он скажет Шостакович, а я сказал, не знаю, почему Шуберт. Ну вот, он выиграл пари. Шостакович. А какое именно? 13-я симфония. 13-я симфония Шостаковича. Потрясающе. Вот мы называемся театром Феранум, это по-румынски, а по-русски безымянный театр. Почему вы думаете, что мы так называемся? Это такой очень идиотский вопрос, но мы его всем ставим. Потому что это очень интересно понять, как люди отзываются на театр без имени. Почему он называется театр без имени? Как вы думаете? Ну вот, вы, когда мы начинали разговаривать, вы сказали, что вы зададите дурацкий вопрос, но не боитесь быть глупым. Да. Вот, ну вот так может назвать театр человек, который не боится быть глупым. То есть, ну как мы делали свои вот недосказки. Мы дураки, мы делали... Ну безымянно, кругом столько патетики, какой-то высокой или псевдовысокой патетики, все как-то ордена сразу себе вешают. Правда, тот путь, по которому вы пошли, тоже, ну, как бы вы не единственные. Я в Питере знаю, в Петербурге знаю некоторые театры, ну, такие заведомо себя ставящие на уровне мастерская, там, я не знаю, театр до, театр после. Ну, не знаю, хотя это тоже... Безымянный театр — это тоже такая, ну, как бы простота, непростая простота. Exact. Вот. Но мне нравится это название. Ну, я не знаю, я за ним читаю вот что. Приходите, посмотрите, сами назовете. Когда мне говорят, что, вот знаете, когда делаешь новый спектакль, вот почему, как вам кажется, публика должна его смотреть, ваш новый спектакль? Я говорю, ну, не знаю, потому что я его сделал. Если кто-то видел предыдущий, он может заинтересоваться и думает, а что он еще сделал? Больше у меня нет доводов, потому что, что бы я ни сказал, а вы знаете, там Ромео и Джульетта умирают в конце, и из-за этого нужно идти смотреть этот спектакль? Эту пьесу нужно читать из-за этого? А так заманивать, он такой принципиально не заманивающее название. Мне нравится. Вы как бы делаете такой жест. Да-да-да. Окей, мы подходим к нашему такому эпилогу, хотя мы бы вам задали еще 1000 вопросов, но, наверное, все-таки мы будем держаться того, о чем мы договорились, чтобы это было так лаконично и очень... сжато. Я вам хочу задать в конце 10 вопросов Бернарда Пиво. Это такой философ французский, писатель. Он сделал из 20 вопросов Пруста 10 вопросов Пиво. Бернарда Пиво. Какое ваше любимое слово? Я сяду в лужу. Еще раз не слышал? Сейчас я сяду в лужу, я быстро отвечу. Нет. Это очень такая непринужденная форма... Я не знаю даже, что это и почему. Ну, я не буду спрашивать, почему Пруст создал свои вопросы, потому что он для меня очень много значит. Поэтому я даже не хочу ответа услышать, почему и вот эти вопросы они существуют. Мне они очень интересны. Какое ваше любимое слово, Дмитрий? Слово? Дружба. А слово, которое вы не любите? Предательство.
Ваш любимый наркотик? Работа. Какое сунет, какой звук вам нравится? Виолончель. А какой звук вам не нравится? Отбойный молоток. Ваше любимое нецензурное слово? Блять. Если бы сегодня в обиход запустили новую купюру, кого из нынешне живущих личностей вы бы хотели видеть на этой купюре? А какая страна запускает? А это из всего мира, То есть вот сегодня выходит такой, вдруг вы хотите вот, чтобы там был, не знаю, Билл Клинтон, я не знаю кто. Ну, не знаю, вот этот человек, я, к сожалению, фамилии не помню, он недавно умер, который в каталке был, но который гениальный физик. А, Хиггинс этот, который предвещал вот это вот... Да. Биг Бен этот, Хиггинс. Угу. Да. Только обязательно, чтобы он был в каталке, не просто... Окей. Какую профессию вы бы никогда не хотели делать, работать? Я врачом боялся бы быть. Если бы вы были цветком, каким цветком бы были? Мак. Если бы вы были деревом, каким деревом бы вы были? Ёлкой. И если животное? Животное... Знаете, наверное, орлом. Класс. И последний вопрос, который такой, он очень необычный. Если Бог существует, и после смерти вы бы очутились у райских врат, что бы вы хотели, чтобы Господь Бог вам сказал? Ну, знаете... Я не знаю, что Господь Бог, но я знаю, что вот если я там папу моего встречу, он бы меня так обнял бы и сказал бы, ничего, все нормально. Спасибо большое. Я все знаю. Спасибо. Это прекрасно. Спасибо большое, и мы вам аплодируем, Дмитрий, потому что это было так прекрасно, и так интересно, и так душевно, и просто, и вообще, не знаю, это очень прекрасно, когда вот такие люди, как вы, они есть, и они просто хотят какое-то время пожить вместе с нами. Спасибо вам большое. Спасибо. Я хочу пожить еще немножко вместе с вами, это точно. Замечательные у вас лица. Я вам желаю удачи. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное.